машины, в какой город, и в целом по призывам в митингах в соцсетях, вот, особенно в ТикТок, заявляют, что является ли вообще это противозаконным и привлекаете ли вы к ответственности призывающих? Ну, значит, по колонии. Я тут это видео... Я этого видео не видел, но у нас же, знаете, как только военная колонна куда-то движется, значит, война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг разыгрывается. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался, и куда мы можем готовиться, когда сегодня у нас только 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник, мы, конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы, мы сейчас в акиматах запрашиваем все мероприятия, которые будут, мы будем их обеспечивать охрану общественного порядка. То, что касается призывов 25-е. Есть призывы, которые делают члены ДВК. Я сразу хочу сказать, ДВК это у нас экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна, и, естественно, никаких митингов проводить мы им не позволим. Это первое. Второе. В отношении других граждан, которые подают заявки, местные исполнительные органы будут рассматривать. Вы знаете, у нас уведомительный порядок, они ставят в известность. Если там место и цель соответствуют законодательству, то им дают разрешение. Здесь мы будем смотреть по тем вопросам, которые будут отработаны местными исполнительными органами. То, что будет разрешено, мы будем охранять. То, что будет запрещено, естественно, мы будем принимать меры по недопущению. По призывам различным. Если эти призывы носят, скажем так, признаки разжигания какой-либо розни, вот, там, любой религиозный, социальный и все остальное, на эти призывы мы реагируем. Если эти призывы, допустим, к нарушениям общественного порядка, нарушениям конституционного строя, то на эти призывы мы тоже реагируем. По остальным призывам, ну, условно говоря, если у гражданина есть потребность собрать людей, если он законодательно все правила соблюдает, и если не нарушает общественный порядок, то это его гражданское право. Спасибо. Спасибо.